геморрой, сильные отеки ног. На работу я приходила в одних туфлях, уходила на работу в других, потому что я их не могла быть. Были большие проблемы с почками. У меня были в левой почке камни и киста, 2/3. Я в октябре этого года сделала УЗИ. У меня этих проблем нет. Все проблемы мои ушли. И вы знаете, мне кажется, что они были не со мной. Пожалуйста, Роза. Побыстрее, ребят, пожалуйста. Здравствуйте все. Меня зовут Розалия Лейта. Мне 57 лет. Бывший медицинский работник. Моя задача такая. Я пришла в коралловый клуб для того, чтобы поддержать здоровье себя и других. У меня больших проблем не было. У меня очень огромные результаты по маме, а свои результаты – это женская гинекология. Я очень рада, что в коралловом клубе есть очень много продуктов. В общем, женщины здесь могут только этому радоваться. Хронический гайморит. И мужчины вместе с ними однозначно радоваться могут? Могут, конечно, но больше как-то вот моя бывшая работа была связана с женщинами, поэтому огромное количество продуктов помогает женщинам в коралловом клубе именно ощущать себя женщиной. Гормональная функция – это вам не просто так, это не просто почистить кишечник, как в нашем возрасте держать наш вес, как его контролировать, как его регулировать, оставаться красивыми. Но самая главная задача через маму, мою лабораторию по БАДам, которая 10 лет провела жизнь, задача того, что не быть обузой своим детям. У меня вот стоит такая задача. Больших проблем не было, варикоз, конечно, был, и каблуки нельзя было носить. Но сегодня я чувствую, что я сегодня 35, у меня, как спрашивали, голова не болит, ноги не болят, кости не болят. И, естественно, результатов в группе очень много, и по бронхиальной астме, по желанию. А самое главное, то есть, по большому счету, все, что связано, убрали проблемы, связанные с почечным кровотоком. Не поверите, система. Спасибо. Не надейтесь на что-то одно, систему нужно обязательно выдерживать. Спасибо. Меня зовут Людмила. Я, как бы всегда, занималась своим здоровьем. Ездила в санатории, в капельницы принимала. В капельницы? Да, капельницы делала обязательно, да. Но самое главное, что занималась очищением, много систем очищения существует. Но дело в том, что год назад я пришла в коралловый клуб, и постепенно сердце, суставы, сахар, холестерин, гайморит, гормональный фон – все пришло в норму. А также ушла киста почек, печени, и этому есть подтверждение УЗИ. Спасибо огромное. Каждый божий день кормлю свою клетку и сделала 3 очищения коловата. Ну, просто почетный пользователь такой, почетный пользователь. Спасибо огромное. Тема аналогичная, в принципе, вот можно поддержать. У нас там зрители. Да, это тебе как-то посмотреть. Люба, здорово тебе посмотреть. Посмотреть, если даже попробовать подержаться вообще. Это результат. Да, это результат. Да. Я вообще сюда хожу просто не забавно, а посмотреть, пообщаться вот с такими. На самом деле. Я люблю активную жизнь, я, кажется, занимался с собой всегда. Я сейчас умею спрятаться, нужно. Как-то вел давно здоровый образ жизни, кажется, это мое, не потому что это модно, там либо правильно, кажется, мое, люблю я там спорт, путешествия, все это, плавание, йога, как без этого, это мое любимое. А раньше оздоровался как, кажется, на себя не экономил, как-то в санаторий поедешь, что такое санаторий, там 10 дней, а здесь система преднастроена и целый год. И сравнить результат, мне, в принципе, времечко-то дали на 2 секунды, так, комплимент от Татьяны сказать. А рассказать то, что оздоровление происходит в санатории там 10 дней, и то, что коловада дает каждый день, небо и земля, понимаете, это самое. Что там? Та водичка, которую там вот, в принципе, в санаторию бьют, вот вы говорили, это 10 дней, а здесь мы 365 дней пьем эту водичку. И бутулированная водичка, вот в принципе, которая к нам приходит, это уже не живая вода, там просто есть минералы. Все, она мертвая. В стеклянных она бутылочках, либо как там, я с одним товарищем спорил, да я славяну скупил, хороший, круче нет. Я говорю, достаем и пробуем. Паш. Вы чувствуете? Вот для этого обязательно быть врачом, чтобы понимать, что такое минерализованная вода, что такое бутулированная вода и так далее. Просто в этом начинает разбираться человек, которому интересно. Согласны? Виктор, спасибо огромное. У нас очень мало времени. Спасибо огромное. Стараюсь быть намного короче. Меня зовут Наталья Гулик.
В общем, тоже занималась всегда здоровьем, стремилась быть здоровой. Ну, как-то врачи сказали, а что вы хотите в ваши годы? А я хочу быть здоровой, хочу быть активной. В результате прихода в коралловый клуб, коллеги, просто первым, как девчонка. Давление было гипотоник, давление вообще супер, 180/90, 120/80. Просто я уже никак при рождении должно, я не меряю. И имея трех внучек, я активно, позитивно и могу с ними заниматься всеми сразу. Чувствую себя великолепно. Просто всем желаю, всем советую. И всех узнаю, я так чувствую. Да-да-да. Все, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алина, Старый Оскол. У меня какие были проблемы? Суставы постоянно болели, на погоду реагировала голова. Начала принимать, пить нашу воду коралловую. Естественно, через 2 месяца уже результаты его чувствовала. Перестали суставов болеть, крутить. И у сына есть результаты. Он у меня быстро растет, ему 6 лет. Перестали тоже болеть. То есть, на одной воде, да. Сейчас, конечно, пальцы его подключила, сейчас вообще будут результаты. Убрали причины почечного токсикоза, не поверите. Просто дали, это называется, просто добавь воды. Вот дай человеку коралловой воды. У нас же то, что касается детей, кстати, вот я очень хочу это сказать. У нас геноцид, просто геноцид. Вы знаете, что у нас детям запрещено пить воду, начиная с раннего возраста. Им запрещают пить воду. Простите, а если они пьют у нас молоко, как они говорят, да? Хороший вопрос. А что это они у нас какают-то? Значит, молоко является чем? Вы сейчас экзамен по неонатологии станете? Неонатологами станете? Ребята, ребенок должен пить воду с самого рождения. И причем должен пить до еды, до молока. И тогда, когда детям вы даете нормальную коралловую воду, убираете причины токсикоза, дети становятся у нас просто лялями. Ой, обожаю вот этого человека. Для меня, знаете, вот когда серьезные люди приходят в Международный коралловый клуб, вообще сетевую компанию, что в жизни должно было случиться с военным врачом, ребята? Вот что? А случилось то, что была тоже проблема, и эта проблема была большая. Мои друзья и знакомые, все, кто меня видел, может быть, 2-3 года назад, говорил, куда ты толстеешь? Было около 100 килограмм, ушло 14. Это первое. Второе, то, что был сахарный диабет, связанный тоже с ожирением. И когда я начал пить воду и просто делать тот комплекс, который мне понравился, все стало на свои места. Суставы, усталость, одышка, все это ушло, куда неизвестно. Наверное, прошло. Так и будет со всеми, кто это будет делать. Комплекс должен быть всегда, потому что клетка живет 24 часа. В сутки и 24 часа в сутки выделяет такси. Спасибо. Меня зовут Юля, Старый Оскол. Я настолько благодарна коралловому клубу, потому что здесь действительно помогаешь людям. Помогаешь людям, и люди приходят, они благодарны тебе, спасибо. Вот действительно, у меня девушке 35 лет, да, 11 лет она не могла иметь детей. 11 лет. После 2 коловат приходит смс ко мне, пишет смс, смесь ужаса и страха, человек перепуган, 2 полоски. Сейчас она уже на 2-м месяце, да? Люди с результатами действительно потрясающими, они благодарны, бесконечной благодарностью. Девушке 34 года, вела здоровый образ жизни, начала пить водичку просто, попробуй попить ваши водички. Начала пить водичку, звонит через 3 недели, у меня вышел песок. Вышел песок, вы представляете, да? Человек пошел потом на коловаду. Результатов очень много. У меня мама выглядит просто шикарно. С каждым днем все молодеет и молодеет. Я очень благодарна коралловому клубу. Спасибо большое. Мне понравилось, у нас когда девчонки забеременели 2, молодые, у них, я могу сказать, с мужьями они жили больше 4 лет, и, это вот наши девочки в нашем офисе. И я помню, Светлана Романова все время говорила, что же за зверь такой, коловады-то, после которого-то вот случаются. Ольга Валентиновна Подхомотникова, она говорит, еще раз напоминаю, сушеных презервативов в коловаде нет. Ой, простите, сперматозоидов в коловаде нет. На самом деле, когда действительно убираешь определенные вещи, появляются коралловые детки.
только потому, что убираются причины, не поверите, почечного токсикоза. Откуда ты знаешь? Я вышла, потому что смотрю, в основном взрослое поколение, вы и так себя оздоровите, у вас все в порядке с головой, но есть молодое поколение, которое, вот мне 30, есть, я очень люблю работать с пластом, 20-30 лет. Почему? Я ввожу пульт, у меня было две беременности пока еще, да? Вот, первая беременность была на грязное тело, я так называю это бомжатель, потому что образ жизни был ужасный. И беременность была плохая, и обмороки, и ребенок родился, когда мне вывалило на живот, потому что за обезьяну, простите, синий, воды какие-то все. Я испугалась, я же никогда не рожала, первый раз, и вывалило, думаю, точно из меня. Вот. Тяжелый, то есть, и атопический демитит, и все-все-все. Вот. И вторая беременность была, мужу с мужем готовились. То есть это уже была колобада, это уже было клеточное питание, вся. Ребенок родился розовенький, как поросеночек, и муж говорит, ну тебе вот нормальный ребенок, потому что когда первую фотку я прислала Степину, с первого ребенка, ММС-ка прислала, он говорит, ты не можешь его посветлее сделать, он весь черный у тебя, я говорю, ну наш же такой. Я про что хочу сказать, сейчас как раз, у вас у всех есть дети, у вас у всех есть молодое поколение, пожалуйста, говорите им о том, что нужно готовиться к беременности. Это не просто так раз и забеременела, это нужно хотя бы за месяц, за два, за три готовиться и маме, и папе, для того, чтобы наши дети рождались здоровыми. И когда рождается ребенок, пожалуйста, он рожден здоровым, стопроцентно, если правильное тело, если это пятизвездочный отель, в котором девушка вынашивает. Вот, пожалуйста, с рождения, воду, все-все-все, не надо, объясните мамочкам, что врачи и дети и вообще ничего общего не имеют. Просто до всех своих, всех своим молодому поколению донесите. У меня душа болит за вот этих мамочек, они еще не разбираются, они еще молодые, кто-то 18 лет родит, кто-то 25 там и так далее. Объясните, расскажите, приводите их в коралловый клуб. Дети просто золотые, они это все любят. Если взрослым разжевать лецитин тяжело, дети это пожирают просто. Аж 500 у меня, они трясутся, когда насыпать вот это все. Ну это просто сказка. Спасибо огромное. Чувствуете, с какой любовью, с какой душой, с каким отношением? Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что вы полюбите нашу продукцию так же, как любим ее мы. И сейчас у вас у каждого, кто пришел к нам, есть такой листочек цветной. Кто получил цветной?